филиала Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения и Ивангородский гуманитарно-технический колледж. Прожив миг, мы не можем вернуться назад и прожить его заново. Назад дороги нет. Идти нужно только вперед. Перед вами миллионы дорог. И от того, куда вы пойдете, какой путь выберете, зависит ваша жизнь. Праздником! Днем знаний! День знаний – это начало нового этапа в плодотворной работе педагогов, постижение студентов законов науки и общественной жизни, удивительного мира знаний и открытий. Кингисеппский муниципальный район. Глава муниципального образования Кингисеппского городского поселения, председатель попечительского совета ГУАП Сергеев Александр Иванович. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, коллеги-преподаватели. Позвольте мне поздравить вас с замечательным праздником, Днем знаний. Наверное, правильно будет сказать, что знание – это сила. И я уверен, дорогие друзья, что вы сделали правильный выбор, пришли в наш институт, где вы получите эту силу, эти знания и успешно будете реализовывать себя в дальнейшей жизни. Приведу вам два примера. У меня, как вот озвучили мои должности, две должности, да, города и района. И в городе, и в районе работают юристами, главными специалистами советов депутатов, выпускники нашего гуманитарного университета. Поэтому, дорогие друзья, в наших стенах и в колледже, и в институте успешно осваивать те знания, которые вам будут нужны для дальнейшей жизни. Позвольте мне от себя, лично от моих коллег, от депутатов города и района поздравить вас с этим замечательным праздником и в добрый путь. Россия, мы дети твои. Мы знаем, что сегодня ваши сердца переполнены волнением перед будущим, перед новой жизнью. Но как бы ни сложилась ваша судьба, помните, что самое благое поприще – служение добру и правде. Ждем знаний. С началом вашей новой будем говорить, жизненного пути, потому что вы на новую ступенечку встали, первокурсники, ну и все остальные студенты, которые продолжают учиться, потому что вы, закончив школу, сегодня сделали выбор для себя и поступили в новое учебное заведение. Помните о том, что вы пришли учиться, а учеба – это труд. Причем труд двухсторонний. С одной стороны, мы, как преподаватели, будем вас чему-то учить, будут вас учить. Но если вы не захотите, все будет напрасно. Сами знания не усвоятся. Поэтому сегодняшний день знаний и вот этот труд, ваш труд, только тогда станет успешным, когда вы закончите эту ступеньку, вступите в трудовую жизнь, кто-то пойдет учиться дальше. Поэтому мы желаем вам успехов на этом трудном пути, добросовестного, хорошего отношения, терпения, настойчивости в достижении вашей цели. Стать более успешными, более образованными, понимание того, в
каком замечательном городе вам предстоит учиться. Да, он маленький, в нем всего порядка 10 тысяч жителей. Да, он провинциальный, но этот город хранит в себе такое национальное достояние, которое делает его поистине уникальным. И сегодня, 1 сентября 2016 года, наше учебное заведение принимает в свою семью более 300 первокурсников, которые, мы уверены, станут достойной сменой студентов старших курсов и будут прославлять наш ВУЗ. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие коллеги. Ну, в первую очередь, я бы хотел вас поздравить всех с началом нового учебного года. Ребята, первокурсники, что касается вас, ну, добро пожаловать во взрослую жизнь. Школу вы не могли не закончить. Из института вы можете вылететь легко. Никогда не валите все на преподавателей. Запомните, если вы хотите учиться, вас научат. У нас отличный коллектив, отличные преподаватели, многие из которых, в том числе, кстати, я, приезжают из Петербурга, проделывая, ну, что касается меня, я наматываю по 600 километров в неделю. Вот, лишь бы вас всех выучить. Ребята, но очень многое зависит от вас. Для вас созданы все условия. Библиотека, преподаватели, интернет-классы. А дальше это не школа. Запомните, вы можете считать, что вас постоянно кто-то будет тянуть. Это совсем не так. Соберитесь, учитесь, помните, что все зависит от вас, и через 4 года вы получите результат. Знания, диплом, а в перспективе хорошую работу и большое будущее. Я вас всех поздравляю. С праздником! Лучшие профессора. Чьи книги и труды читаются во всем мире. Вы получите навыки и знания, которые помогут вам стать первоклассными специалистами и найти свое место в жизни. Дорогие друзья, коллеги, родители, студенты и главные герои сегодняшнего праздника – наши любимые первокурсники. Но наша кафедра ведет, наверное, одни из самых сложных предметов – математика, модулирование, информатика. Но я думаю, что о наших сложных предметах и о проблемах мы поговорим позже, уже во время учебного года. А сейчас вам поздравления, дорогие наши первокурсники. Еще свежи в сознании кадры. Звонок последний со слезой. ЕГЭ, что с силы взял за жабры. И бал прекрасный выпускной. Еще стоят перед глазами названия вузов словно титры. И сон прерывистый ночами, и валерьянки индикалитры. Насладись сполна моментом, но ждут тебя еще ступени с перилами и без перил. И враг ужасный в виде лени, врага такого ты уж бил. Сегодня в твоей жизни веха, ты школьник был, теперь студент. Я желаю вам, естественно, первокурсники и все наши дорогие студенты, чтобы учеба вошла без напряга, экзамены проходили на одном дыхании, друзья были верными, преподаватели вас уважали. Пусть студенческие годы заполнятся, как самое светлое и прекрасное время в вашей жизни. Удачи вам во всех начинаниях, легкой учебы, настоящего счастья и крепкого здоровья, чтобы все это выдержать. Всем добрый день, уважаемые педагоги, уважаемые коллеги, родители, в первую очередь первокурсники. Вот и настал этот долгожданный день, 1 сентября, день знаний, день начала нового учебного года. Хочется пожелать вам всем, чтобы этот день не был для вас печальным, а запомнился наоборот долгожданными веселыми знакомствами, встречами, звонким и задорным смехом, новыми побуждениями жажды к этим вот знаниям, которые будут давать вам наши преподаватели. С праздником, друзья! Первокурсники, уважаемые студенты, уважаемые коллеги, честь выступать на таком замечательном мероприятии в начале нового учебного года от профессорско-преподавательского состава. Я заметила такую тенденцию. Вышел уважаемый профессор, сказал, юриспруденция – это все. Вышел уважаемая коллега и сказала, информатика – это все. Я, в свою очередь, скажу, экономика – это все. Наверное, и нашего города, и нашего района. Очень бы хотелось, чтобы действительно, несмотря на то, куда вы поступили, на какое направление вы поступили учиться,
вам было учиться интересно, познавательно и с пользой. И я вот очень хотела бы поддержать слова своего коллеги Артема Сергеевича в том, что не ждите, что вам дадут, знаете, есть такая известная китайская мудрость, если человек хочет есть, не дайте ему рыбку, а дайте ему удочку, чтобы он поймал эту рыбку. Ну, я немножко перефразировала. Унылая пора очарования. Так вот, для кого-то осень, для пессимиста осень унылая пора, для оптимиста очарования. Поэтому вы для себя выберите, какая для вас осень, перерастающая в зиму, в весну и на каникулы. Поэтому с успехом хочу для всех замечательных наших преподавателей, чтобы год прошел активно, спокойно, работоспособно, а студентам отличной студенческой жизни. С праздником! Порадовало действительно то, что даже при въезде, да, уже в Ивангород начинаешь чувствовать, что учебный год начался. Подъезжаешь к институту и видишь наших студентов не только первого курса. Это очень радует, что кто-то соскучился и вспомнили об этом. Очень много говорили мои коллеги об учебе, да, ко всему присоединяюсь. Но хочется сказать еще об одной стороне студенческой вашей жизни. Студент – это не только тот, кто постигает науку, это еще и тот, кто вырабатывает свою какую-то жизненную позицию. И она у вас должна быть очень-очень активной. Особенно вот такое в наше время, когда многие люди становятся какими-то зачастую инертными. Вы должны быть активными. Люди так не похожи, разные их пути, но ты пришел в этот мир не один. Люди ведь знать не могут, что ждет их впереди. Но ты пришел в этот мир не один. Слышу я голоса. Богатые знания, новые впечатления, верных друзей. Пусть студенческие годы запомнятся как счастливая пора вашей юности. Что может быть важнее студенческой жизни? Первые сессии, научных конференций, веселье, фраз студента «Халява, приди», встреч, расставание с местом, где студент учился. Абсолютно все, что делают студенты, для меня самое важное. И именно ради этого я поступил в этот вуз. Моя пора. Это наша молодость. Время, когда мы еще можем смеяться над своими ошибками, исправлять их и строить грандиозные планы на будущее. Студенческий аппарат пройдет, и очень захочется оглянуться и вспомнить самые яркие моменты. Так станьте же частью истории нашего вуза. Принесите в нее что-то новое. Мы желаем вам успехов и удачи. Надеемся, с поступлением в наш вуз ваша жизнь будет продолжена только яркими красками. И сейчас, в завершении своего выступления, для вас выступит Лосева Ксения, студентка третьего курса ИФГУАП. Ты не помнишь, где твой дом, где всему есть прощение. Ты любовью насыплен, ты в восхищении. Неужели жизнь твоя, жизнь продолжается?
Собравшись в этом зале, торжественно клянемся регулярно посещать лекции, семинары, независимо от погодных условий, сдавать экзамены и зачеты исключительно в сессию, а не после нее. Клянемся! Молодцы! Найти новых друзей и пронести эту студенческую дружбу через всю жизнь. Клянемся! Клянемся! Никогда не забывать этот день. Клянемся! Говорю вам я, богиня Афина, с Олимпа сошедшая священной горы, обители мудрых и древних богов. Цените науку, священные узы ее, чтоб в ваших сердцах не погасла частица огня ее, чтобы ваши умы озаряла частица огня ее. Пусть жизни светит, это в нами свет. Этого пламени яркого искрою, искру с собою сохраним. Я самый яркий звездой, словно заново родился, хоть еще молодой. И душа не заржавела, сердце бьется в пути. Значит, делай свое дело, все еще впереди. И тебе пора, зажигай! Запомнился. И еще скажу, что студенты – это наша гордость. С праздником! Ну что ж, дорогие друзья, 3-4, давайте с праздником, все вместе! С праздником!